Вот это мне сняли. Так, кулак. Макс, давай. Ближе. То есть работаем мы этими и этими частями. Кстати, от того, что превалирует больше, то есть ну, разных, вот, разные люди по-разному бьют, бойцы, можно, конечно, прорабатывать с акцентом на какую-то часть, но и ту, и другую надо прорабатывать обязательно. Даже если какую-то факультативно, но все равно прорабатывать обязательно. Убери, пожалуйста, остальные пальцы левой руки, покажи только двумя, показывай только двумя, да, да. А стойку мы, знаешь, изобразим как? Вот, ну, разворотом плеч. Никаких проблем не вижу. Встал вот так. Это стойка. Да? Смотри. Встал в закрытую сторону. Это стойка. Все понятно. Да? Очевидно. Да, то есть не надо даже ноги показывать. Потому что там санчин для положения или еще какое-то. Ну, поехали. Значит, для набивки на МБШ макевар как располагается? На уровне солнечного сплетения. Состоящего человека. Поехали. Прямой удар кулаком вперед. То есть я буду стучать, ладно? Снял, готов? Ну смотри, я когда снимаю, слышу, что за спиной пиздец правда, вообще. Проблема. Сейчас начинается пик. Короче, вот скажи мне, вот это вот обязательно включать в кадр? Вот эту вот историю. Сейчас нет. Но когда, буду до конца добивать, надо. Как же? При набивке нет, не обязательно. Это даже хорошо будет, что его не будет. Вот это, то есть при набивке эта задняя часть, она как бы не нужна. Поставь еще раз кулак, пожалуйста. Смотрите, что важно показать, Макс. Так. Там будет слышно через это, наверное, будет. Да будет. Смотри, важный момент. Может быть, отсюда придется все-таки зайти снять. Что кулак не вот так стоит, ага. Не так, а подвернут немножко. Потому что довернется он вот там полностью, когда мы будем бить. Там угу. В таком положении, а здесь в таком положении. Видно это? Да. То есть здесь так, а там вот так. То есть он там развернется. Поэтому даже при набивке, чтобы стереотип удара выработать верный, чтобы в точке контакта, то есть на поверхности мишени, у нас кулак не был повернут, он должен повернуться внутри мишени. Поэтому даже если мы просто по поверхности бьем, все равно мы кулак не разворачиваем. Вот это очень важный момент. Еще важный момент показать нужно. Сейчас я, подожди, возьму одну вещь. Это лучше сделать прямо сейчас. Потому что здесь это хорошо видно. Вот смотри, такой момент. Ну, не клеится, падла. Нет, клеится нормально. А я сейчас не смогу работать с этой плоскостью.
Да? Да. Вообще никак? А потом? Мы это сможем показать, по-моему, на большой накивай. Не забудь бы только что к чему потом, понимаешь? А видно сейчас ее? Нет. Ну и плевать будем, пускай висит. Ничего страшного. Если не видно, ничего страшного. На большую покажем, ладно, хорошо. Там надо будет аспекты все показывать. Так. Кудякур сказал последний раз об этом. Говорю, да, действительно, я думаю, что денег падает. Так. Вот. Так, показал сюда это? Все, проработали, да? Стоим. Другая рука. Ты сейчас снимаешь только руки? Только вот здесь? Да, это все хуйня. А, то я плечами кручу. Все это хуйня. Полная. Убирай камеру куда-то. Сейчас убираю. Потому что сейчас поставим здесь свет. Вот. Раз уж мы взялись все делать.